Хороший! 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 Погнали! Ага! Хороший! Хип-хоп! Хороший! Хип-хоп! Хороший! Хип-хоп! Хороший! Хип-хоп! Хороший! 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 Все, кто слышит, пусть слышат! Шире, чем обычно, открываем уши, активнее дышим. Это хип-хоп раньше, по-настоящему. И без макияжа, и пляшут даже те, кто думал, что не пляшет. Без надоевших шаблонов шока и шоу. И, в общем-то, не важно, что ни нагишом, и не маршу кэшем, не вооружен. Даже сложно так, что антураж не важен, но если, как пожар нужен, нарошу дождем, а не смачу душу. В моем жанре мозги опаснее чертоги. Я хочу, чтобы у людей взгляд на хип-хоп был широкий. Любители бибоинга, поппинга, локинга, ценящие куски из мечи, скречи, зарифмованные речи. Это то, на что вы рветесь в будни и воскресные ночи. То, что заставляет спорить о том, кто круче миллионы раз. Полный мост, топ-9 или предатор, сказка или легалайз, Саймон или Фанс. Искать ходы, чтобы биты звучали круче, чем у Прима и Дилы. Это реальнее, чем реалити-шоу. Этого все всегда хотят еще. Ты не забудешь это, если столкнешься с этим лоб-лоб. И я зову это хороший хип-хоп. 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 Хороший. Я часто слушал ритму, когда в школу шел, я слушал городскую тоску. По воскресеньям я слушал фристайл-шоу, и всю неделю напролет точил свой исключительный стал. Йоу! Теперь он ярче, чем свечи, и жарит жарче, чем печи. Отличен с чем не лечит, среди прочих точит очи. Бьет пупы за место почек, либо лечит, либо рвет и мечет между строчек. Хороший хип-хоп, он всегда вечен. Теперь, чтоб каждый поднял руку, хочу. И сказал, я помню, лайфспэн, лову, грюндик, лампы, рабы, мочал, голд и мост, и михей, бэд би. Эти люди навсегда на страницах истории, с гордым именем хип-хоп, дихи. Ладно, печатка, хоп, всегда в мелочах. При этом мне говорят, нас нет в стране, но когда мы собираемся, инструменталы во мне. Правда, бибои? Пускай ТВ другим мозги моет. Мое послание в народ, кроме тебя, тебе никто ничего не устроит. Значит, ближе к цели, меньше лени. Людям нужен лидер и гений, а не болван без цели. Хоть в жизни, хоть на сцене, хороший хип-хоп всегда такие вещи говорит первый. Врубайтесь, это хороший хип-хоп. Хороший хип-хоп. Хороший хип-хоп. Хороший хип-хоп. Хороший хип-хоп. Хороший. Хороший хип-хоп. Хороший хип-хоп. Хороший хип-хоп. Вот так вот. Вы знаете, что время уже 8:20. Это означает только одно. Это означает, что дело близится к жареву. К пареву. И вот сейчас как раз, я думаю, самое время сделать круг. Самое время сделать круг, потому что здесь сейчас будет жарко. Раз, раз. Раз, раз. Здесь, сегодня здесь мероприятие, связанное с бибоингом. Что это означает? Это означает, что здесь будет битва. Бибоинг — это джем и это батл. Это две стороны одной и той же культуры. И перед тем, как ребята начнут сражаться здесь за дружбу и за уважение, и, в общем, победителя быть по большому счету. Но точнее, победитель будет, конечно, но не будет проигравших явно. Можем сказать пару слов о том, что значит бибоинг для нас. Потому что, на самом деле, бибоинг — это фактически то, с чего мы начали. Кто такой бибой? Кто такой бибой? Какой стайл густой? Нация! Не стой! Everybody move! Войны стиля стрит-бит, буги-логин-куль-бит. Yeah, people got that. Everybody move!
Кто такой? Бибой. Какой стайл густой? Нация не стой. Everybody move. Войны в стиле стрит бит. Буги локи кул бит. Get the people got that. Everybody move. Кто такой? Бибой. Какой стайл густой? Нация не стой. Everybody move. Войны в стиле стрит бит. Буги локи кул бит. Get the people got that. Everybody move. Кто такой? Бибой. Какой стайл густой? Нация не стой. Everybody move. Бибой. Это парни упорные. Я помню те дни, когда был расстелен арголит за бойлерный. Проспект Мира 198, надвигалась осень 1997. Свежая весь фристайл с радиостанции. Когда мы на забегах и спинах начали жечь свои плечи и пальцы. Постепенно подключалась вся окрестная молодая нация. Рожденные в СССР, только после лагерей просыпались. Сильно пугались и ленились. Но как Васили, и было трудно бибой. Были стены, были серые, но мы их красили. Помнишь, масс, атас, гелик, флай, хэд, спин. Мы на жирах не спим, апроксел, фриз. Что за культура потертых джинс? Что за пыльный запах с улиц? Что за поза? Бибой стэнс, это брейк-дэнс. Погружается в транс вся округа. Когда парни в кругу стайл-мейкеры бьют тревогу все стайл-тейкеры. Парни управляют телами, как пультами. Мы представляем контингент борцов в стиле культовых. Глянешь попа, кроем фэтами, мотаны матовой. Кто такой? Бибой. Какой стайл густой? Нация не стой. Everybody move. Кто такой? Бибой. Какой стайл густой? Нация не стой. Everybody move. Кто такой? Бибой. Какой стайл густой? Нация. Everybody move. Войны стиле стрит бит. Буги локин кул бит. Get the people got this. Everybody move. BMT. Back to school. Мафия 13. Топ 9. Поосторожней со стайлмейкером, ведь мы прошли огромный путь, прежде чем встать биться под этим прожектором. Ай! Top 9.